jest pani Inara, reprezentująca film Zamach na Państwo. Witam panią bardzo serdecznie i chciałam zapytać, o czym jest film Zamach na Państwo? Film «Покушение на государство. Неудобный Вашкевич» говорит о нарушении прав человека. О нарушении прав человека, преследовании со стороны уголовников и сотрудников спецслужб. К сожалению, когда я была здесь на конференции, мне рассказывали, что в Польше тоже была такая же ситуация. И благодаря общественности, участию общественности, эта ситуация разрешилась, и виновные были наказаны. Этот фильм о том, о 10-летнем преследовании со стороны сотрудников спецслужб уголовников, соответственно, к сожалению, связанные со взрывами, вымогательствами и использованием служебного положения. Кто выступает в этом фильме и каких богатеров там познаем? Фильм «Покушение на государство. Неудобный Вашкевич». В нем рассказывается о преследовании со стороны уголовников, сотрудников спецслужб. И говорится о нарушении прав человека, за которые мы боремся уже более 10 лет. Также говорится о том, что к чему может привести, если закон и демократия не будут основой в любом государстве. Фильм został zgłoszony do konkursu Polski Festiwal Sztuki Orzeł 2016. Кто zadecydował o tym, aby ten film się tutaj pojawił? Фильм участвует в польском фестивале благодаря тому, что польский режиссер, продюсер и журналист, и как для меня было удивительным, что он еще и юрист, взялся за то, чтобы снять этот фильм и провести со всеми интервью. Участниками этого фильма является Владимир Вашкевич, человек, который пострадал от беспредела спецслужб. Я, журналисты, адвокаты, коллеги Владимира, политологи и даже люди, которых коснулось подобного рода преследования, совершенно не знакомые с нами. Господину Килишевскому Тарковскому, господину Анджию удалось собрать воедино целую картинку, используя не только, проводя не только интервью, но используя также материалы отдельных процессов и используя материалы моей книги, написанной в 2014 году. Pani Inaro, bardzo dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi. No i oczywiście trzymamy kciuki za to, aby film zdobył nagrodę. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.